Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я добрался все-таки до нового героя, и сегодня мы сделаем ему прокачку, сделаем аугментацию, эволюцию. К сожалению, я пока, мне надо копить кгшки и не могу сразу же прокачать его на максималку, но думаю, сегодня-завтра у вас уже будет обзор максимального героя. На сегодня она у меня вот такая вот сборочка. Сейчас мы ее немножко улучшим. Вот так вот она выглядит. Шестой скилл пока что. Надо очень много кгшек. Я думал, все-таки обновят награды. Но, к сожалению, еще не все обновили. Так. Ну что, поехали. Будем сейчас ее улучшать. Сначала заберем награды за акции. Вот такие вот акции на китайке. Это с базара я забрал еще дополнительно акции. То есть, как видите, кгшки подогнали, это с счастливое число. Там 5-6 раз даже по 3000, там, не помню, в топ 100 попал. Поэтому получил плюшки, в принципе, неплохо. Такая вот акция за покупку. Тоже сейчас заберу плюшки, чтобы не пропали. Завтра, возможно, акцию уже добью до конца. Так, за 150, ну вот у нас огнекрылы будет еще плюс 1,5 огнекрыла. Так, с этим, в общем, все понятно. Забираем отсюда плюшки. Ну вот смотрите, какие плюшечки сладкие, скажем так, неплохо, неплохо. Повелитель бури, Асура, почему бы и нет. Так, что у нас там на битве гильдий? Понятно, забрали. Так, что по акциям? По акциям у нас ничего нового нету. С базаром мы разобрались. Ну что, поехали, будем делать ей аугментацию и прочие дела. Так, давайте сейчас кого-то вытащим. Вот вместо ворожая поставим ее на таблеточку. Герой очень интересный, не знаю, как она себя покажет в дальнейшем, но, блин, анимашка и прорисовка, ну, просто прикольно смотрится, мне нравится, не знаю, как вам, пишите уже в комментах. Так, окей, как видите, она в страже борец, то есть он увеличивает, дает иммунитет к оглушению, хотя у героя есть иммунитет к оглушению и страху, увеличивает атаку и скорость атаки, также критический удар, то есть она по сути дамагер будет ой-ой-ой, но как видите, нестыковочка получается, и нестыковочка это будет по многим героям. Так, вкладочку арты у нас уже скоммуниздили, понятно все с вами. Так, 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 ну что и сюда, давайте порочный пакт поставим. Так вот, так, что нам надо? Давайте я еще просвет сразу докачаю и сотый. Хватит, не хватит, должно хватить. Бабазина на максималке. Так, окей, хватило. Сотый просвет есть, поехали. Делаем эволюцию ей. Окей, поехали. Так, сейчас мы сделаем еще пару эволюций, потому что мне нужны книги на прокачку. Я не буду ее тащить. А, ну, у меня есть просвет? Нету. Нет, у меня просвета рунами нету, поэтому мы будем ее качать книжками. Так, у меня тут есть герои для эволюции. Так, его на эволюцию пустим. Сейчас сила, конечно, у нас хорошенько так упадет. Хранителя. Тоже сделаем эволюцию. Так. Прейл. Так, 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 Фрейя, Бигфут. Все, никак скин Бигфута не получу.
Так, тоже отправил на Эву, все есть. Забираем книжечки. Ну, неплохо, 1053 книги сразу. Так, окей, есть. Так, немножко не туда, сюда заходим, делаем ей аугментацию. Эволюция у нее уже есть. К сожалению, у нас отобрали возможность выбора артефакта, что есть очень, скажем так, плохо, потому что мы теперь не можем выбирать сами, что надо герою, и, соответственно, все на автомате немножко не так, как бы мы этого хотели. Так, за камни есть. Вот так вот, плюс 203. Баба Зина у нас уже аугментирована. Вот так вот, ребята, поехали дальше. Поехали дальше. Так, давайте сразу чары ей. Какие-то интересные найдем. Так, это нам, в принципе, не надо. Хранитель леса. Пятерочка сразу поставим. Я пока, честно говоря, не знаю, что ей лучше, дамаг или доспех. Думаю, все-таки с доспехом она прикольно будет смотреться. Или вот такой вот на скорость атаки. Ну, она и так бешеная. Так, давайте дальше посмотрим, что там у нас есть. Пиромах, пиромах, пиромах. Пиромага мы сейчас кому-то поставим. Так, Асури не надо, не надо. Рея. Ворожей. Стрелок с пиромагом. Ведьма, пиромах. Так, вот тут можно, в принципе, пиромага поставить. В общем, не знаю, пишите комменты, как вам обнова. Очень много нюансов. Ничего себе, пиромагов сегодня нам раздают. Жестко, жестко, конечно. Так, это что у нас? Кто у нас? Арктика. Медуза. Ну, есть смысла нету ставить какого-то дополнительного героя, потому что, ну, как бы, давайте поставим на Арктику, так как она дальник, все же будет лучше. Так, поехали дальше. Дум. Это жесть просто. Так, ладно, пропускаем дальше. Так. Немножко не то, не то. Хочу изначально собрать ее на урон. Посмотреть, как она будет себя показывать. Блин, вот я турок. У друида сменил, показалось, что это новый герой, поэтому это. Ну ладно, сейчас найдем кого-то, заменим. Вот опять. Где там? Очень похожие. Так, ну как обычно, нам здесь хлам падает. Просто жесть. Так, плюс одна клетка. Ну давайте поставим плюс одну клетку. Хранитель леса, честно говоря, мне никогда не нравился. Так. Майк. Вот это интересное. Темка. Можно поставить на первое время, увеличивает скорость атаки. Интересно посмотреть. Она, по идее, будет как пулемет. Так. Тамплиер тоже не нужен. Вот так вот выпало нам. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Но ничего хорошего. Поехали ролить. Созвездие. Будем собирать ее на крит удар. Крит удар, наверное, скорее всего, и чтобы максимум крита было, сделаем из нее сначала дамагера, потестируем, потом уже дальше определимся. Так. Ого, ничего себе. Возможно, ну невозможно, ее, конечно, лучше будет собирать на уклонение, чтобы по ней меньше попадали, потому что у нее очень мало жизни. Плюс священный огонь ставить.
Так как я на сегодня вижу, самый топовый талант будет. Он и есть. Так, крит. Дальше. Надо еще пару критов. Плюс сам ее хранитель дает. И будет очень интересно посмотреть на связочку. Как оно все-таки будет? Какой шанс? Конечно, арты жалко. Так. Много кагашек мне надо будет, но ничего не поделаешь. Надо будет ее все-таки довести, вам показать на максималке. Это мы сделаем. Сейчас мы сначала натащим созвездий, чтобы понимать, куда героя качать. Так, отлично. Ну, рандомчик, давай. Еще хотя бы один критик есть, отлично. Так, четверка, двойка, не то. Точность, ну, не знаю, не знаю. У нас сейчас она будет бешеный пулемет. Так. Не то. Да, конечно, сейчас на битве гильдии будет очень интересно посмотреть, как эти стражи будут работать. В принципе, у нас будет на выходных. Не знаю, как на русском сервере выйдет обновление. Так, ну не то, не то, не то, не то. Пятерка сопротивления, крит, урон. Бум. Точность, крит, сопротивление. Ну давайте вот так вот посмотрим на нее. Пусть пока будет вот такая вот связочка. Так, это, наверное, давайте на укротителя поставим, так как он вблизи бьет. В принципе, ему все равно, попробуем еще что-то вытащить интересное. Может, что-то и да и упадет. Редко, конечно, отсюда топовые эти, они больше за самы падают, чем с коробок. Коробки, видите, четверки, четверки, пятерки, редко очень. Так, доспех, доспех, доспех. Ну, оставим доспех, потом потестим. Так, вот такая у нас героиня. Давайте поменять. Есть одна коробочка. Решенем. Берс. Давайте берс поставим ради интереса. Так, рунами. Что мы рунами поставим? Сейчас подумаем. Психощит, ремку смысла нету, оживо. Давайте поищем грубую силу ради интереса. Хотя, в принципе, лучше пакт. Так как у нас сейчас будет этот. Урона и крита и так хватать. С пактом все-таки. 70%. Хотя мы деф похерим. Нет, давайте все-таки поставим грубую силу. Тут 35. Если крит пройдет, будет больше, конечно. А с другой стороны, хрен его знает. Сейчас потестим и с тем, и с тем. Интересно просто посмотреть на скорость. Что же будет? Так. Питомцам Рудика ставим. Так, отлично, есть. Теперь качаем ее по левелу. Ну, поехали, посмотрим, что он уже сейчас сможет сделать. На два героя как раз интересно посмотреть. Ух, фига себе. Смотрите, что она там делает. Там просто жесть. Я, честно говоря, в шоке с этого всего. Что она делает? Блин.
Жестко, жестко, реально очень жестко. Такой разнос. Интересно будет на нее посмотреть, кстати, на подземках. Что будет? Тут просто Unreal, смотрите. Ого, фига себе. Да, походу, ей нужен ускоряющий талантик, даже тот же самый Берс. Это просто жесть. Может, Берс для нее самый имбовый будет. Такая скорость, это просто нереально. Жестко. Не знаю, ребят, не знаю. Так. Давайте немножко золота еще подкопим. Докачаем ее до максимально возможного уровня сейчас. Посмотрите, какой урон бешеный. Блин, да это просто капец. Конечно, жизни маловато, но блин. Раздает нехило. Зона атаки большая. Блин, супер. Да, и талантик еще на урон, точнее. Хотя, может, и не надо на урон. Посмотрите, как с Берсом она дамажит жестко. Офигеть. Я даже задумался уже, какой все-таки лучше талант ставить на урон или все-таки оставить Берс. И посмотреть, что же будет. Ну, смотрите, как жестко просто. Плюс у нее забор энергии будет. Смотрите. Тык-тык-тык-тык-тык. Да нифига, он там одержимый. Просто отдыхает. Жесть. Нереально как-то. Вообще нереально. Давайте еще ускорялку. Посмотрите, что делается. Просто жесть. Я в шоке. Да ну нафиг, с Берсом на максималку это просто будет нечто. Блин. Я задумался, честно говоря, на что ее собирать. Ну это и, конечно, выживать надо. Но посмотрите, что она делает. Это не максимальная прокачка. Короче, пишите в комменты, плюсуйте, если вы хотите ее увидеть с Берсом на максималку. Я прокачаю вам, покажу. Но это просто огонь. Что она делает. А в шоке. Вот это действительно мощь. Просто мощь. Жизни, конечно, фигня. Но черепа просто, блин, до свидания. Там стан прошел и все, до свидания. Она не станется. Иммун к страху. Пипец. Просто пипец. Я в шоке. Вот это так нам сделали подгончик, разработчики. Красавчики. Так, что там нам не хватает? Да, это еще не максималка, ребят. Это еще не максимальная прокачка, которая может быть. А уже... Так фигачит не по-детски. Блин, круто. Ну реально, за это плюс. Действительно, ввели интересного героя. И он бездонатный причем. То есть это не Огнекрыл там, которого ввели. И фиг получишь. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, не знаю. Мне нравится. Вы уже пишите в комменты, как вам. Вот такая вот злая бабушка Варлока. Не знаю. Пишите комменты, что вы думаете по талантику. Будем качать, не будем качать. В общем, вот так вот все. Подписывайтесь. Ссылочка на Огнекрыла в описании. Как всегда, топ-контент. Всем удачи, всем пока.